Погодка наладилась. И сегодня ребята погребут в восьмерке, потому что у них что-то там через месяц, что ли, чемпионат Франции. И надо тренироваться. Вова, скажи Луи, чтобы он не очень хорошо пел, а то мне YouTube предъявит за авторские права. Ну просто скажи, чтобы не пел очень хорошо. Ну же слова не пели. Дай-да-дай-да-дай-да. Franchement, j'ai révisé mon histoire, mais j'ai oublié de révisé mon histoire. Révisé ? De quoi ? Justement, mais je l'ai pas fait, du coup, je suis dans la merde. Ouais. Ah ouais. Ouais. À l'aide. Le meilleur conseil. On est d'accord. Moi, j'ai fait un dernier. C'est bon, beau choix. La dernière fois, j'ai fait une sortie avec lui. Une sortie ? Ah oui, une sortie scolaire. T'as vu la compagnie ? Ah bah oui, ouais. T'as fait une gage de confiance. Et au bout de 500, enfin au bout de 5 km on change d'équipage. Et au pire on fait du 400. Au pire on fait du 8. Ouais. Par contre c'est mon motif. Pardon. Désolé Rémi, je suis désolé, pardon. Mon dieu, j'ai dit une chose horrible. Blasphème, blasphème. 400. Pardon. Blasphème. Voilà pardon. Voilà pardon. On a dit, on aura public. Ouais ouais. Attends, on va faire ça. Prends un truc. Un 4 quarts. Ça sonne 4 quarts, ça fait hop, je sais un rang. Ну, Вова, расскажи про расписание это людям. Что у вас там? Макон там, чемпионаты какие? Эта неделя каникулы, следующая неделя учимся и тренируемся, потом неделя через неделю получается. То есть через... Как это правильно сказать? Вот относительно сейчас, это через неделю. Учимся 2 дня, а потом на 5 дней уезжаем в Макон на стаж, а потом будет регат. И 2 дня мы будем... 5 дней мы будем грести, 2 из которых соревноваться. Питание включено. А когда чемпионат какой-то? 1 июня, я говорил об этом. Ну, не все смотрят каждое видео, к сожалению. Это чемпионат Франции? Да. В восьмерке. А в каком городе? Ну, подписывайтесь на канал, вы узнаете, да? А у тебя что, новые очки, что ли? Видео есть на канале. Сегодня нет одного из юниорской восьмерки, поэтому будет тренер Нику с ними грести. Она и будет ролевой. Кто сможет сказать, кого нет из восьмерки? Пишите в комментариях. Ça sert à rien. Dites quand vous êtes sorti derrière.
n'est pas sorti. Allez, loin devant, les gars. Attends, c'est toi. Attends, il y a le cadeau. Ah, mais oui. Bah, mets en tête. Mais oh, c'est bon. Il va être devant. Je vais mettre en tête. Ah, on est sorti, hein. Vas-y, tête. Salut. Salut. Никак не снять интервью с тренером, с юниорами для документального фильма. Сложно сделать так, чтобы нужные люди были свободны. И погода, и время. Но я попробую.
Ну вот, началась очередная тренировка, а я пойду погребу на концепции в зале. Мы сходили на воду 20 с небольшим километром, 21 или 22. Что мы погребли? Я спросил, как я гребу, тренер сказал, ну я спросил, типа, что ты думаешь? Он спросил, о чем? Обо мне? Он такой, ты красивый. Такой, спасибо, а что насчет гребли? Он сказал, что в целом все хорошо, только когда я устаю, то как бы не заваливаться весом вперед, то есть направлять. Но у меня есть, да, такая проблема, что я когда устаю, то начинаю кидать очень много. Так вот, хороший тренер. Еще пару слов. Ты сказал, что спина сегодня не болела. Ну, потому что кобра? Меня начинает раздражать. Ну, а что делать? Бабушки зато рады. Я же вот так не делаю. Делаешь. Именно так и делаешь.